Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Светлана. И моя теперь уже новогодняя елка. Помните, показывая рождественскую, я обещала, что покажу вам и новогоднюю елку. Вот так она сегодня выглядит. Будет выглядеть по-другому. Остался еще один этап ее украшения. Что же я сделала? Что изменилось? Те, кто смотрел рождественскую елку, наверняка заметил отличие. Первое, что я сделала, вы видите, я убрала с этой елки все ватные игрушки, кроме одной. Вон там, высоко-высоко, осталась вон там девочка с лопаткой. И все, остальные все ушли. Сняла я все снежинки с ангельскими личиками, а было их 13, кто помнит. И сняла 10 бумажных игрушек, которые, конечно, у моих зрителей вызвали восторг. Было много вопросов, что это за игрушки. Я и эти игрушки обязательно очень подробно вам покажу когда-нибудь. Я о этих игрушках расскажу. А есть будет, друзья, что рассказывать. Сняла я тоже 9 игрушек великана и 31 игрушку на прищепках. А чем? Чем же я заменила эти 100 игрушек, которые ушли с елки? А ничем, друзья, ничем. Вот они, шишечки, сосульки, фонарики, колокольчики, шарики, которые и были на рождественской елке. Но как-то их не было особенно видно. Всю их нежность, красоту, изящество прикрывали ватные игрушки, снежинки, игрушки на прищепках. А эти, они такие воздушные, они тоже заслуживают своего особенного, друзья, внимания. И еще, я не говорила вам, но вот эти все игрушки, которые были и на рождественской елке, и сейчас на новогодней, здесь очень много и польских винтажных игрушек. Сейчас давайте более подробно посмотрим. И я вам покажу, где польские. Вот видите, колокольчик, он польский. Вот эта вот игрушка польская. Сосулька наша советская, это советская. А вот этот колокольчик, он крупный, друзья, зеленый, польский. Вот эта вот игрушка польская. Это наш фонарик советский. А вот это вот уже колокольчик польский. Опять, друзья, колокольчик. Чудный фонарик, причудный. У меня их 2, тоже польский. Наш огромный колокол и сосулечка. А вот это вот сосулька с росписью польского производства. И этот фонарик тоже, друзья, польский. И вот этот вот чудесный фонарик, вот он, тоже польский, наша советская сосулька. А вот здесь, смотрите, по очереди, польская, польская, польская. Вот эта вот большая игрушка в полосочку, польская, польская. Вот эта вот очень крупная игрушка, польские старые елочные игрушки крупные, они очень-очень, друзья, легенькие, как пушиночки. Но здесь все узнают, конечно, нашу Динку, листик великан, колокольчик наш советский. И это, скорее всего, Германия. А тут у нас польская игрушка, польский колокольчик.
А вон там, наконец-то, теперь вот эти вот великаны видны, правда? Не закрыла, теперь они открыты. Ушло 100 игрушек. И вот эти вот милые, нежные, такие теплые шишки, колокольчики, сосульки теперь видны. Этот шар, по идее, должен светиться в темноте. Но, скорее всего, краска люминесцентная потеряла уже свои свойства, и он у меня не светит. Вот эта вот большая, вот такая вот крупная игрушка, тоже польская, как пушиночка. А вот эта вот игрушка, затрудняюсь даже сказать, друзья, но не могу вспомнить, она наша советская или польская. Это наш советский колокольчик. А этот колокол, не помню, показывала, огроменный. А тут же есть еще вот такой вот. Вот наш советский, тоже огромнейший колокол. А тут колокольчик. А этот шар какой яркий. Желтая капелька, тоже польская. Эта игрушка польская. Этот крошечный фонарик, тоже польского производства. Шар со снеговиком польский. Сосулька вот рядом такая вот желтая, польская. Эта игрушка вот желтая, польская. А это солнышко. Помните, во время распаковки я показывала? Мне эту игрушку подарили. Фонарик, часы. Как-то вот так, ребята. Наконец-то. Эта нежность видна. Я счастлива, что сделала для этих игрушек праздник. Ну, правда же прелесть? Какая нежность! Чудная, чудная, мне кажется, получилась нежная, добрая елка. Без излишеств. А внизу, вы представляете, столько у меня этих оказалось сосулек, то я плакала, что мало. Смотрите, сколько здесь внизу еще. Вот, туда, туда. И вот, друзья, сейчас покажу. Сюда, сюда, вокруг, туда. И вон аж туда, туда. Везде, везде сосулечки. Вот такая прелесть. Вот такая нежность. И я еще чуть-чуть, да украшу эту елку чем-то. Ну, конечно же, вы меня знаете, не все сразу. Я вам открою тайну, когда покажу уже эту игрушку, елку в полном своем королевском новогоднем теперь уже убранстве. Ах, какая прелесть! Ах, какое чудо! Какая легкость сейчас у этой елки. Снегурочка теперь держит игрушку. А была у нее на рождественской елке снежинка. Ну все, друзья, пока-пока. Ждем заключительное праздничное новогоднее убранство этой красавицы. Как теперь видны бусы! Боже, наконец-то! Теперь они видны, и мой труд во всей красе. О, смотреть можно бесконечно. Ну ладно, друзья, до скорой встречи. Пока-пока.